Шеф-повар караоке-бара «Патефон» готовит уникальное для Бобруйска блюдо – мидии в створках. В основе – пряное сливочное масло, чеснок, пармезан и соус чили. Ингредиенты пылают на сковороде. Способ приготовления – фламбирование. Так кулинарный шедевр получает своеобразный вкус и аромат. Вдобавок – половина лайма и поджаристые ломтики багета. Подаем мы все из-под ножа. В основном заготовки мы делаем только на смене. И, в принципе, блюда у нас всегда все свежие, вкусные, оригинальные и соусами собственного приготовления. В заведении разработано эксклюзивное меню. Устрицы с сыром, жареная черноморская рыба, барабулька и креветки в топленом ароматном сливочном масле. Плюс коктейли на любой вкус. Кислые, сладкие, молочные, фруктовые. Идейные вдохновители – новые арендаторы. Также авторские коктейли сделаем на любой вкус. Подберем под каждого человека конкретно. То есть с любыми пожеланиями можно приходить. Достаточно все оперативно и быстро отдается, буквально в течение 2 минут. В плейлисте караоке свыше 8000 зарубежных русских детских и народных песен в современной обработке. Действует в «Патефоне» система депозитов. Столик можно забронировать заранее, в зависимости от дня недели и выбранного зала. Чек от 30 до 70 рублей. Для больших компаний подойдет VIP-комната. Места хватит максимально на 10 человек. Здесь отдельно караоке, плюс кондиционер и электрический камин. Тем, кому ближе спокойная обстановка, предлагают лаунж-зону. Посмотреть фотографии и почитать отзывы можно в инстаграм-аккаунте. Караоке-бар работает с четверга по воскресенье. Принимают гостей с 7 вечера до 5 утра. Забронировать столик можно по телефону плюс 375 44 530 300 или по адресу Каменского, 10. Ольга Васенко, Максим Галионко, Бобруйск, 360.